Это меня вот сейчас наш богатырь Месак Ханданян сподвигнул. Он мне говорит, а вы расскажите про интеллектуальный бокс. Или расскажите там, ну, про шахматы, да, вот я, говорит, знаю, что вы помогали Рафику Ваганяну, нашему международному гроссмейстеру на чемпионате мира в Минске. Да, действительно интересно рассказать об этом, потому что там как раз-таки четко видно, как влияет напряжение и расслабление на победы и проигрыши человека. Это важно. Потому что вся синхрогимнастика и метод ключ у нас построены на том, как правильно чередовать напряжение и расслабление. Если ключ один, это построено на то, чтобы быстро расслабиться, снять стресс и напряжение, настроиться на победу, то ключ два, это как на пике напряжения перевернуть энергию стресса на достижение этой победы. Но это, когда их сочетаешь, это определенным образом. Так вот, Рафик Ваганян проигрывал на мировом чемпионате в городе Минск молодому Соколову. Полные нити, пустые эти самые. Ну, нули, да, вот так вот. Это было ужасно, потому что после очень хорошего хода, ну, прямо шедевр, Рафик Ваганян делал такой зевок, просто все удивлялись там, ну, просто поразительно. И поэтому, ну, разве такое может быть? Просто какая-то нелепость. И почему-то думали, что какой-то гипнотизер сидит в зале и на него влияет, потому что тогда модно было, что там после Качнова, там прочее, такое существовало поверье, что кто-то может влиять из зала. Ну и меня, я тогда работал в Армении в электронной промышленности, учил женщин с микроскопами снимать утомление с глаз. Снарядили самолет, лети в Минск. Я прилетаю в Минск, в шахматах я ничего не понимаю. И вот я сижу в зале и смотрю, как Рафик Ваганян играет с молодым Соколовым. Вот Рафик Ваганян сидит, думает, делает ход. Ну, шедевр, весь зал в восторге. А продолжает сидеть. А Соколов, смотрю, сделал ход, встал и походил туда-сюда. Я вечером говорю Рафику: «Раф, я нашел твоего гипнотизера». Он говорит: «Кто?» Я говорю: «Ты». Он говорит: «Как?» Я говорю: «Ты после того, как напрягся, этот зевок сделай в комнате отдыха, пойди походи, а ты продолжаешь на фоне истощения мозга еще больше напрягаться и делаешь вот такую ляпу». Все, с этого момента пошли уже ничьи. Вот как переходы напряжения и расслабления, если их правильно чередовать, дают успех, а если мы не знаем об этом, получается вот так.